В сегодняшнем выпуске Resident Evil Village вы увидите, как я безуспешно пою серенады под окном. Она меня совсем не видит, да? Ну ладно. Что бывает, когда игнорируешь табличку «Осторожно, скользкая крыша»? Тихо, Dark Souls начинает. Аккуратнее будьте, молодой человек. А также мертвячий тверк. Подергивает попкой своей. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Resident Evil Village. Мы продолжаем. Жмем продолжить, загрузить. Конечно, загрузить. С чего бы мне не загружать последнее сохранение, ведь у меня такой прогресс там. Мы с вами. Доступно нам какие-то документы новые, но мы это все видели уже. Стоп. Что мы сделали? Я уже что-то забыл. Буквально. Я вчера играл, но уже забыл, что я тут делаю. Так, мы сохранились, да. Мы с вами решили загадку. Мы его взяли бабло. Мне нравится грабить этот замок. Я уйду от... Я Нейтан Дрейк. Я уйду отсюда с кучей сокровищ. Откуда я пришел? И куда мне идти? Погодите. Я пришел вот отсюда. Да. Слышите? Звонок. Я должен ответить. Да блин, аккуратней. Я очень срочно должен ответить. Стоп, это она. А, нет, вот она. Она меня совсем не видит, да? Ну ладно. А почему она вампирша? Я что-то вообще не понимаю. Как вирус амбрелловский сделал ее вампиршей? Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. И от тебя сейчас тоже. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Она ее боится. Для всемогущей матери Миранды очень странно, что она пользуется не телекинезом, эта тварь, а телефоном. Заплатит мне за все. Так, все, она разозлилась. Я убил твою дочь, если что. Ты знаешь уже, наверное, да? Обидно пипец. Тебе. Мне насрать. Идем. Сейчас посмотрим, есть какие-то секреты здесь. Уе, сломать. Ну-ка, давайте полюбуемся видом. Кстати, мы, получается, вот отсюда откуда-то вышли. Потому что вот это мельница. Вот откуда-то отсюда, да. Где-то здесь был наш выход. Самый первый. Идем. Идем. Стоп, люлька! Роза, где ты? Интересно, что они хотят сделать? Я им очень нужен для церемонии. Я им нужен для церемонии или... Стоп, здесь нужен ключ. Я понимаю, я должен где-то его здесь отыскать. Ну, конечно же... Ну, стой. Нет. Кто это сделал? А, фух. А, погодите. Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относятся как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг. Эта рвань не научится манерам, даже если отхлестать его имя. Я бы его порвала, но матерь не позволила. Почему она ведет себя со мной, как с ними? Она подарила мне этот замок, послушных дочек и вечную жизнь, ведь так? Кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Стойте, погодите. Ага, ага. Вот он ключ. Все, у нас теперь доступ ко всяким потайным комнатам. Твою нет! Мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого, а где он? Ты дел... Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь. О, опять в темницу. Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Зачем злодеи всегда так делают? Почему они... Ну, покажи когда... свою силу. Я уже в твоих руках был. Зачем ты меня отпустила? Зачем ты меня швырнула, кинула сюда? Дала мне шанс, фактически. Я этого не могу понять. Они всегда это делают. Может быть, есть какая-то определенная психология у злодеев?
что им нужно максимально утвердить свою силу. Они не могут просто убить тебя, как слабую жертву, раздавить им. Они чувствуют в тебе вот эту спесь, которую хотят сбить. Что ты, мол, смеешь бросать им вызов в целом, поэтому они такое, они тебя отшвыривают далеко. Простите, я запинаюсь. Отшвыривают далеко. И... как бы, знаете, играют с тобой, как кошка с мышкой. Чтобы, когда наконец-то они тебя убьют, они почувствовали себя все-таки сильными. Что они настолько сильны, что даже могут тебе фору дать. Наверное, вот такая психология у них. И это их погубит. Ты что, фильмы не смотрела? Ты живешь в своем замке, тут телека даже нет, чтобы посмотреть целую кучу всяких сериалов, фильмов, где злодеи поступают точно так же. Ты должна быть умнее, Димитреску. Ведь так тебя зовут, да? Так, здесь что-то лабиринтно попахивает уже. Стойте. Ой. Когда надо разбить, Евгений приседает. Такое правило. Реагент подобрал. Да ладно! Блять! Жесть! Я не пытаюсь убежать. Да, я правильно сказал. Она хочет со мной поиграть. Ты не увидишь свою дочь. Офигеть, что она сделала. Как мне сражаться? Вы не можете пользоваться этой рукой? Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Стойте, стойте, стойте. Вот она. Ты меня видишь? Она меня видит. Побежали, побежали, побежали. Оп, 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 оп. Да, дай мою руку, рычаг. Оторвана рука. И потом приделаем. Мама! Куда мне бежать? Что я должен сделать с рукой? Погодите. Палить! Точно! Вы не можете... Да, блин. Погодите, стой, 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 стой. Где моя чертова рука? Изучить. Так. Посмотрим надрез. Кости видны. Так, вот сюда, сюда. Хорошо, можно будет потом пришить. Наверное. Главное кинуть ее в лед. Где ты? Блин, она здесь. Я не понимаю, куда мне бежать, что мне делать. Открыто! Здесь открыто! Бегом. Ой, мама. Этого я не ожидал. Не трать мое время. Она там пробила дыру? Где она? Ой, боже мой. Вот сюда. Есть. Евгений убежал, как всегда. А у меня есть ключ. Этого ты не предусмотрела. Пожалуйста, быстрее. А что здесь? Теперь открыта маска печали. Ты не сбежишь отсюда. Не теряй сознание. Итан, не теряй сознание, пожалуйста. Вот. Давай, хирургическая точность не требуется. Ведь ты... Супермен! Так, палить. Палить. Есть мнение, в комментариях я прочитал, что Итан же заразен, возможно, этим вирусом. Хорошо. Как у Бейкеров в той седьмой части. Черт, этот замок. Они регенерировались очень быстро, и поэтому... Извините. И поэтому он такой выносливый. Что за звуки? Нет. Нет. Стой, давайте посмотрим. Нам только сюда и нужно. Тихо. Dark Souls начинается. Аккуратнее будьте, молодой человек. Или молодой человек, не знаю, кто вы человек. Открывай, бич! Закрой! Закрывай, бич! Ладно. Сейчас замок закроется, да? Само. Все. Все. Где мы оказались? Карта. Это карта замка, пристройка. Очень-очень хорошо. Итак, мы должны сейчас отсюда либо в оперный зал, либо наверх. И тут куча всего. Давайте сначала в оперный зал зайдем. Возможно,
А, закрыто с другой стороны, все, нам тупо наверх надо. Ох! Что если реально у Итана... Ну, я не считаю это спойлером, это скорее догадка. И она довольно-таки логичная, что Итан же был там, у Бейкера. Его постоянно там коцали. Коцали, все это было. Вирус мог проникнуть в него, и он стал таким же регенеративным человеком. Есть такое слово, регенеративный человек? Теперь есть такое слово, очевидно. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. Главное, камеристка. Стоп! Губная помада. Очень важно. В ванной комнате. Мы ее найдем. Пестельские патроны. Этот ключ не подойдет. Что за... Почему музыка такая? Тихо. Кстати, вот как разворачиваться точно? Назад и нолик, назад и нолик. В бок и нолик не работает, только назад и нолик, понял. Здесь орудуют твари. Надо аккуратнее с ними быть. Я знаю, что здесь что-то по-любому нету. По-любому здесь ничего нету. Я угадал. Вот это я молодец, догадливый. Не хочу с тварями сражаться. Изучить. Один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старшей вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху. Два дня после процедуры. Все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, их убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. Четыре дня после процедуры. Все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная, копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. Шесть дней после процедуры. Масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. Это Димитреску... Она, получается, эксперименты? Она их создала лично? Зенья. А, вон. Ладно. Что в этом зале для нас интересно? Рояль, наверное. Присели. Поставился. Тут есть тихое убийство? А, нет такого. Опа. Так. Давайте запинаем его, что ли, ножом, не знаю. Хрень идея. Это плохая идея. Нет. В принципе, можно, можно. А, это исчезает, окей. Я правильно делаю, что спускаюсь? Наверное. Сейчас быстренько пошарим здесь. Няма. Я уже столько денег нашел. Мне нужен герцог. Хочу торговать. Хочу загнать ему пару всякой дребедени. Наверняка вот эти кости, что я нашел. От скелета. Стоп. Загадка с пианино. Отсылка к Сайлент Хиллу. Первому. Итак. Научное название. Нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядные, активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны. Они рождаются, когда каду откладывает яйца в хозяине. Но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10 градусов, их метаболизм замедляется, и они впадают в некое подобие криптобиоза. Как... Тихоходки или, может быть, полипедилум вандерпланки. Наверное, что-то такое. Я не знаю, что это за вид такой. Хорошо, у нас есть отметка? У нас нет отметки? А че это у нас нет отметки? Стоп! Нам надо... Подобрать. Вот. Там. Потом.
Ой. Так. Ой, сорян, что-то сдвинул случайно. По обыкновению своим. Так. Нифига, этот молодец играет как. Это была очень легкая загадка. Железный ключ с отметкой. Ну, загадка прямо на уровне, реально, детский сад. Ну, может быть, надо было... Там вроде не было такой опции качества загадок. Там, или сложность загадок, точнее. Все, мы открыли. Ага. Снова вернулись в это место. Теперь можем подняться. Ой, мама. Что? Ты кто? Отвратительный чувак. Как я испугался. Где она? Она как титан будет теперь за мной. О-о-о-о! Будет за мной ходить. Стрёмно. Ну, титан, как там его звали? Мистер Икс, да? Пожалуйста. Паша, вот. Скорей! Скорей! Есть! Прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя. Нет! Ты сразу две! Ты, наконец, пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. А-а-а! Назад! Где ты? Пороже! Я должен что-то сделать! Холод! Где она? Ты злюка! Ты где ты? Вот она. И не нравится холод, да? Я много про тебя знаю, бич. Зачем ты это делаешь? Потому что я защищаюсь. Ты же больно, ты же меня режешь. Иди сюда. Стоит ли мне ее? Зачем ты так сделал? Оу, потому что ты злюка. Ну-ка, дайте. Она опять закрыла, да? Так холодно. Черт. Ты не учишься на ошибках. Оп! Тихо. Убегает сразу, гадин. Гаденыш маленький. Ты меня не любишь? Ну, не знаю. Если тебе нравится Breaking Bad и Limp Bizkit, то, наверное, люблю. Черт. Иди сюда, иди сюда. Она вообще не учится на ошибках. Черт. Бедный крошка-мужчинка. Так. Блин, плохо получилось. На тебе. На тебе. Всем остальным нравилось. Давай, 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 давай. Иди сюда. Проходи, проходи вот здесь. Иди ко мне. Иди сюда. Опа! Есть! Вот это боль. Ты станешь частью меня навеки. Я не хочу пока. Я думаю, я еще один удар выдержу от нее. Не хочу пока тратить реагент. Давай, иди сюда. Нет. Нужно чуть-чуть подождать. Где она? Как ты быстрый! Оп! Получилось? Ну, давай. Ладно, закрывай. Еще пару раз, я думаю. А мне надо по ней стрелять в этот момент? Я что-то не понимаю. Возможно, надо еще и стрелять по ней. Вот так сделаем. 4 патрона. Давай. Сюда. Сюда. Выходи, выходи, выходи. Пожалуйста. Оп. Есть. Так, где ты? Раз. Да. Блить. Хорош. Не
хочу... Есть! Умирать! Придется! Нет! Стой! Ой! Погоди, погоди, открой обратно! Ненавижу насекомых. Есть! Что это? Это я все продам герцогу. Димитреска, наверное, почувствовала сейчас, как только что сдохла ее доченька. Фух. Что еще здесь есть? Что можно разбить? Где мы вообще? Так, мы пришли отсюда. И здесь есть еще что искать. Какой-то секрет. Ну-ка, давайте пошарим этот секрет. А нету нифига. Разве что на полках что-то лежит. Надо со всех сторон просто посмотреть. Нету, 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 нету. Здесь ничего нету. Вот. Отлично. От дробаша. Я так понимаю, теперь здесь все... Нет, 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 нет. Еще есть. Еще есть, что искать. Наверное, патрончики, да, просто. Так, так, так. Ну, в целом все. Теперь идем в зал, как называется? Зал радости. Ну, пойдемте посмотрим на радость, которая нас там ждет. Тихо, 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 тихо. Видали, как я развернулся? Это я усвоил технологию. Технологию разворота на... Еще один! Маска радости. Так, интересненько. У нас есть маска печали и маска радости. Это же для ангелов, походу. Да? Ну-ка, давайте изучим маску радости. Да! Нам нужно еще две найти. Что это? Это печка. Значит, мы можем пойти в ателье, а можем в главный зал. И, так понимаю, мы откроем его сейчас, да? Да, теперь открыто. Но это попозже. Это она нарисована? Она какая-то здесь более худая, какая-то более милая, что ли. Изучить. Пусть прозвенят 5 колоколов в этом зале. 5. Это пазл. Ой, какая черепаха крутая. Я тебя вижу. 151 патрон. Рушить, ломать. И ничего здесь нету. Ну ладно. Оу, это можно? Ага. Сколько должно быть? 5. Надо найти все 5. Один уже все, прозвенел. Вот второй. Где-то еще должны быть 3. Целых 3. Мистер, погибните. Я прям четко ему в глаз попал. Окей. Очень смешно. Теперь он такой подбитый. Я ничего не вижу. Здесь ничего нету. Кажется. Давайте наверх зайдем. Евгений, будьте внимательны. Ага. Я тебя вижу. Погодите. 3. Я очень привлекаю внимание этим шумом. Где-то вот здесь. Ага. Сейчас будет грамотный выстрел. Есть. Это был контрольный. Стоп. А это что? Это не колокол. Так, 4. И 5 где-то должен быть.
Мне кажется, пятый колокол будет самым таким, знаете, незаметным, но при этом очевидным. Где-нибудь на люстре, да? Или где-нибудь вот здесь. Или на фотке. Стоп. Ай, было бы прикольно, если бы ты раз так разорвал, и там колокол еще один. Стоп! Точно на люстре, я вижу его. Вот он. Все. Теперь мне страшно. Что? Ой, даже не знаю, куда это. Куда это меня ведет? Аккуратно. Аккуратнее выходим. На улицу? Мы спасены. Что я взял? Я даже не прочитал. О, погодите, мы можем пойти сюда, но можем ли мы протиснуться здесь? Нет. Даже разбить не можем. О, мне вот это стрёмно. Вот это очень стрёмно выглядит. А, было бы страшно, если кто-то резко оттуда выскочил бы. Темно. Слишком темно. Не хочу. Осторожней. Чувствую себя крысой, которая в обшивке ходит. Так. Я так понимаю, это... О, нет! Нет! Фу, нет, 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 нет. Не надо. Я отсюда достану? Ну ладно, тогда... Headshot. Читается это за headshot? Или я немножко ему в бороду попал? Я чувствую себя маленькой мышкой, которая ходит в обшивке здания. Маленький забавный грызун. Ты ведь станешь. Он, да, подергивает попкой своей. Тогда мы ему сейчас пропишем. Такой. Он не ожидает. Оп! Встаем! Оп! Подъем, дружище! Вот тебе в плечо. Вот тебе в пах. Но тебя это не особо тревожит, да? Мертвым пах не нужен. Они так пахнут знатно, так что. Нафиг она им. А, стоп, что это? Я взял отмычку, да, кажется? Отмычка, да. Кто это? Что это? Карта сокровищ. Фу, надо изучить. Данжен, подземелье. Сокровище. Кухня. В гробу этого дворянина лежит ценная фамильная реликвия. Но он чертовски хитро закрыт. Надо бы вроде осветить путь. Это получается, мне нужно будет... Это опциональная штука, я понял. Если захочу, я пойду за сокровищами. Но захочу ли я? Это не факт еще. Потому что там сто пудов будет страшно. Боже мой, страшно вот. Это я от нее испугался. А это что? Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Эта средневековая реликвия покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Мне интересно, каким образом они вот оправдают вот этот все демонизм этот жесткий и Амбреллу. Ну тут очевидно будет, что вирус каким-то образом мутировал, сделал что-то с этими людьми. И, будучи деревней, жителями деревни, они поверили именно во что-то паранормальное, сверхъестественное. А тут у нас винтовка F2 лежит. Здравствуйте. Ну нет, мне... Что? О. Так, я и забыл, что у нас менеджмент здесь. Итак, переместить вот сюда. Чертов, блин, менеджмент. Это как-то нехорошо. Мне не очень люблю этим заниматься. Давайте, наверное, избавимся от патронов.
Ну, только так и придется. В целом, это неплохой обмен. Точнее, вот я должен от этих избавиться. Только я не понимаю, как их выбросить-то. А, все, ясно. Сюда. А этот вот сюда. Вот. Закрыть, да, все. Ебач! Это очень важный предмет. Надо бы сейчас наперить жестко. Ну не сейчас прямо, а попозже чуть-чуть. Слышите? Воу! Не топырь. Или не топырь. Я не знаю, как правильно ударение делать, но это... В общем, это они, только огромные. Стоп, а как назначить на... А, вот, все. Есть. С чем это они летят? Они что, у них там люди, что ли? Пасти, я не знаю, я ноги видел как будто бы. Нет, я не знаю, что это такое. Это комары! Это у них какой-то мешочек! Это мешочек и какой-то хобот стрёмный. Наверное, кровь пить, чтобы... Ой, блин. Ладно. Давайте посмотрим, куда нам здесь надо идти. Крыши, крыши, крыши. В целом, вот просто сюда. А, игра хочет, чтобы я пробежал. Аккуратней. А, мы можем вниз спуститься. О! Отошло! Кыш! 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 Пинать! 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 А! Нет! Фу! Да блин! Да блин! Но живучее! Промахнулся. Вот даже ножом я промахиваюсь. Погодите, а зачем мне этот лифт вниз? Давайте зайдем, что ли, сюда. Проверим, куда он меня поведет. Можно вниз. Окей. Куда-то очень вниз, да, едем? Куда-то очень вниз, куда, скорее всего, не надо. Где мы? Оу. Вестибюль. О, мы вернулись обратно. Ага, я вас понял. Теперь нам доступен лифт. Все. Сейчас рано еще. Только наверх, только через крышу. Придется как-то избавляться от этих тварей. Давайте попробуем убежать от них в первую очередь. Я там что-то вижу, блестело. Что это? Что это блестит? Ха, может быть что-то важное, что можно... Или какой-то секрет? Все, ладно. Попробуем добежать. Евгений сможет выжить. Он всегда может выжить. Особенно когда играет на нормале. А! Тихо. Тихо. Просто бежим. Ой, блин! Двигаемся непредсказуемо. Оп, оп, оп. Я непредсказуем. Даже для себя самого. А-ха-ха. Они все за мной бегут. Летят, бегут. Слышите? А. Так, 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 так. No! Зиплайн! И куда мы пришли в итоге? Пустой! Маска! Отнять! Маска гнева! Нужна еще одна! А! Черт, черт! Отошел! 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 Так, придется дубасить их так, что ли? Отошли! Отошли!
Ух ты, собирал я вас тут. Слева! А, они не могут. Они не могут. Они не могут. Окей. Фу. Нет, не попадет отсюда? Давай попаду. Есть, попадаю. Сейчас их всех просто грохну. Так, посраки. Погибнуть. Это приказ. Нет? Сейчас, чуть-чуть сюда. Есть. По крылышкам, по ножкам. Будешь только здесь летать. Пернатое чмо. А! Пернатая мразь. Это не пернатая даже. Это кожаные крылья. Эй! Эй! Все. Подохла. Какая мерзкая тварь. Теперь с тобой надо. Есть. Аккуратно. Есть. Добивать. Добивать. Еще две. Или даже больше. Все, больше ничего нету здесь. А куда мне теперь? Если здесь маска гнева, то где... Ага, вижу. Вижу лестницу. Ну, понеслась. Что это? А, это вниз. Отсюда только вниз. Стоп, мы уже здесь были. Мы прям вернулись обратно к лифту. Давайте посмотрим, может быть, здесь есть еще какое-то место, куда можно побежать. Нет. Или сюда? Нет, сюда нельзя. Ну-ка, оп, оп. Тихо. Тихо, подбить. Подбить. Есть. Запинать. Оп. Где? А. В голову прям. Есть. А-а-а. Давай, давай, все, все, отпусти этот мир. Не за что тебе держаться, ты такой стрёмный. Это не жизнь. Есть. Пополнить припасы, это очень важно. Хм, а, нет, в целом, все правильно, надо теперь тупо на лифт. Такая музыка неприятная. Ну монстры же ушли, все. Ушли из жизни. Ладно, я так понимаю, нам только сюда и нужно. Ну, значит, гоу. Какого фига? Какого фига? Фу, я думал, сейчас сдохну. Отсюда у нас тоже, в принципе, только... Нет! Мы еще можем вот сюда пойти. Ну, что ты промахиваешься? Так... А, ну здесь просто маленький секретик, что ли. И все. Верно я соображаю? Я верно соображаю. Тогда мы на лифт пошли. Гоу. Вот эти уроды прям вообще неприятные. Тут все дело в их анимации, в том, как они двигаются. Они гады летучие. Вот, вот так они меня ощущаются. Мерзкие гады летучие, если слышишь штучкой своей комариной. А, ладно. Ну-ка, давайте думать, где же мы теперь должны себя деть? Куда? Это вот зал четверых. Комната торговца. Мы, кстати, не были там совсем. Ворота, которые закрыты. Ну да, не просто закрыты. Окей. Тупица! Да вы что, издеваетесь? Что толку бегать, если тебе не выжить?
Вы что, издеваетесь? Реально? Оп! Обход! Не в ту сторону! Беги! Куда бегу? К герцогу! Это куда? Направо. Привет! Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Да, там за мной бегут. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы она нам шагает! Вы увидите ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорогу? О, да. Входите, входите. Ты кому, ей говоришь? Всегда есть надежда. Ей не надо входить. Запрети ей входить. Она пытается через стены ко мне пройти. Я понял, программно ей нельзя сюда заходить. Лабиринты Норштейн. Норштейн — искусственный мастер 19 века. На родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил 4 лабиринта. Замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил с собой. Лабиринт уникальный, и для управления каждым нужен особый металлический шар. В каждом находятся кристаллические кости, якобы останки 4 любимых жен Норштейна. Эти лабиринты — их могилы. Вот, это объяснили нам, откуда этот замок здесь. Мы можем что-то использовать. Но пока... Это какой-то шар как раз-таки нужен. Один из этих шаров нужен. Все, во-первых, да, сейф, конечно же. Во-вторых... Ты где? А, ты здесь. Заходите. Давайте, давайте, давайте. А, значит, следующее я готов вам предложить. Давайте вы... Усовершенствуйте мне дробаш. Да. С удовольствием. Так. Потом, давайте-ка мы усовершенствуем мне пистолет. С удовольствием. 30 лей у меня осталось. Все, я а теперь... для вас новые товары, мистер Уинтерс. Почему бы мне тебе кристальный череп не дать? Кристальное крыло... Кристаллическое туловище. Алый бокал. Отмычку не дам. В целом, вот это. Что за... На самом деле, мы сейчас 24 заработаем. Покупай. Мне нравится. По мне, так честная цена. Да мне нравится, я ничего не говорил. Офигеть, 24 тысячи я заработал. Итак, давайте сделаем темп стрельбы. Наверное, улучшим. Перезарядка пока не нужна, боезапас... Кстати, боезапас 4000, да. Оно того стоит. Позвольте мне. И давай тебя улучшить. 8000 у нас осталось. Темп стрельбы, перезарядка, боезапас... Темп стрельбы. Что? А, все хорошо, я закончил. Окей, он закончил хорошо. Ну, давайте, наверное... Да. Перезарядку шотгана. Все, отлично, закупились. Заходите еще. Хорошо, я зайду попозже. Теперь надо спланировать, как действовать с Димитреску. Мы можем побежать вот сюда. Ой, о господи, что я жму не то вечно. Попробовать сюда забежать. Спальня. Авось нам сюда нужно. Или не нужно. Короче, попробуем прям побежать, а там разберемся. Нет, 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 стоп. Кстати, а сколько у меня масок? У меня все маски? Раз, два, три. Нет, еще нужна маска чего-то там. Какой-то еще эмоции. Чувствую, до ужина не протяну. Нет! Да! Все, убьют! Пора! Пора лить на себя! Для мамы ты права, а для меня все. Все. Тихо! Здесь нет смысла ее бить. Нужен холод. Надо убить ее! Бля, мы здесь были уже! Черт! Я не знаю, что мне делать! Стойте! Здесь нечего делать! Валим отсюда!
Семейка будет за мной бегать, да? Так. Да. Убегай, убегай, Евгений, убегай, Евгений! Здесь тоже можно что-то найти. Ловите его. Какие сестры? Все мертвы. Блин, теперь ты здесь. Станешь изумить. Пожалуй, мне лучше умереть было. Тихо, 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 тихо. Только сюда. Теперь. Надо открыть. Есть. Потом. Мы бежим в столовую. Побежали в столовую. Нет! Я знаю, куда мне надо. Наверх. Пожалуйста, не трогайте меня, мисс. Я вас умоляю. Наверх, там же можно ключ применить, Димитреску. Вот здесь. Где-то здесь, вот он. А, не тот. Не тот, быстрее, не тот. Я паникую. Вот оно. Есть. Теперь нам нужно бегать от нее и одновременно от чего? Она будет мешать нам постоянно. А, кстати, из нас не сможет отсюда зайти, это хорошо. Я не смогу отсюда выйти, это плохо. Серебряное кольцо. Быстро изучаем его. А, не вижу, где? А, это сокровище. Тогда окей. Стоп. Все? Мы все здесь нашли? Нет, что-то еще нет здесь. Чего-то еще здесь не найдено. Но я не знаю. Стоп. Изучить. А, ну мы можем обратно проставить. В смысле? Офигеть. Офигеть. А, мы опять где-то в заднице какой-то. Так, получается, она сейчас будет за нами бегать. А нам придется уносить ноги и одновременно вставлять эти штуки. Что это? Отлично, дробаш. Отлично, патроны пистолетные. Давайте все перезарядим. Все должно быть наготове. Я боюсь. А, нет! Сестрица найдет себя раньше. Блин. Блин, жми! Уходим! Не туда ты уходишь! Восстановить! Жму, 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 жму! Пожалуйста! Что ты должен нажать? Я жму! Да тварь, я же жму! Да я же жму! Что я должен? Истерично тянет холодом. Я не знаю, блин, погодите, я не могу подумать. Бомбы. Бомбы, палить. Сейчас. Секунду, подержи меня пока. Так, самодельная бомба. Надо в слот ее добавить. Вот сюда. Ладно, ладно, ладно. Все, главное, что я допер. Для мамы ты духловат, а для меня в самый раз. Где? Вот! Отходим! А! Ты испортил всю охоту! Мое подохни! Тело! Подохни! Все? О! А! А! Нет! Нет! Отойди! Стоп! Я не могу палить тебя! О, мне надо лекарства сделать! Кучу их! Рано палил, она еще должна была меня ударить разок. Тебе конец. Но ты последняя, это радует. Ты последняя. А, что это? Да попади, господи, нельзя так попасть. Не надо меня злить.
Вот тебе. Пасися. Черт, так метнулась! Так. Женщина, позвольте, пожалуйста, успокойтесь немножко. Просто немножко успокойтесь, хорошо? Охладите свой пыл. Благо тут отличная дырка в стене есть для этого. Все. Все. Прими. Моя добыча! Будешь знать, как в слоумо убегать. Отлично. Продадим. Теперь... А, вот, череп животного. Мы убили еще одну. Это получается последняя? Отлично. Вот здесь, кажется, все, да, вооруженный. Все, можно проходить. А, нельзя. Теперь обратно идем. Все, я понял. Это... Все тут поднялось? Не поднялось. Как? Куда? Мы должны ставить маску. Это ловушка. Все, я понял. Нам надо... Давайте посмотрим на тот предмет, который мы нашли. Вот это. Череп животного. Давайте его изучим. Есть! Все, мы можем его заменить. Я думал, что это просто сокровище. Давайте использовать. Так. Они помогут мне выбраться. Да. Однако. Теперь. Ну, в целом, нам просто нужно уже бежать вниз в этот зал. Здрасте. Неужели весь род дома Димитреско погиб? Блин! Да еще от твоей руки! Не могу пройти мимо вас, мадам, пожалуйста. Да, погиб весь род. Береги свой род, как говорится. Да, блин. Невозможно мимо нее пройти. Иди сюда. Не вот. Трать мое время. Береги свой род, зубы чисть, все окей. Будет тогда. Нам вниз. Нам вниз, 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 вниз. Вот. Теперь действуем очень быстро. Смотрим. Предметы. Где предметы? Итак. Маска наслаждения изучить. Четвертое. Маска наслаждения сюда. Маска гнева. Изучить. Троечка. Троечка у нас вот здесь. Быстрей. Она уже близко. Она уже близко. Маска радости. Единица. Быстрей, 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 быстрей. Маска радости. Маска печали. Есть. Уходим. Идет? Не идет. Открывай, бич! Че не так? Укрой маску слепой взор ангелов, чтобы... А, все, спасибо. Фу. Есть, мы на улице. А, как хорошо. Нам нужна печатная машинка. Погодите, печатная машинка. Она рядом здесь. Побежали туда лучше. Герцог, 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 здравствуй. Фух, сохранились. На этом мы с вами, друзья, закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ждите следующий эпизод по Resident Evil. Чтобы не пропустить этот эпизод, надо подписаться на канал. Нажмите на кнопочку, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать никакие уведомления. Также не забывайте про вот этот видос, про вот этот видос, про этот магазин. И будет вам радость. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!